сегодня я показываю свои новые волосы. И каждый день без стресса. Ладно, мы сегодня мы будем смотреть посылку из Германии. Да. Итак, будем все пошагово смотреть. Я вам чуть покажу сразу. Итак, какой-то боди-креме шебутер. Открываем. Вот так вот выглядит. Блин, я не могу. Вау, какой крутой крем. Ладно. Ладно. Не будем открывать. Не будем. Итак. Алпия. Ну, короче, тут 4 шоколадки с разными вкусами. Limited Edition. Лимитированная версия. Кто не понял. Апельсин. Ну, шоколадка там внутри что-то и еще и апельсиновая. Да. Вот. Итак, следующее. Alpen Formich. Итак, следующая шоколадка. Hasselnuss. Alpia. Тоже Alpia. Это, короче, все 4 шоколадки одинаковой фирмы. С орехами. Просто шоколадка, только ореховая. Вот так вот. То есть показывай. Дальше. Alpia Alpen Formich. Блин. Я не знаю, немецкий. Ой, германский. Немецкий, правильно ты сказал? Германский. Немецкий, да, язык немецкий. Это, походу, какая-то или ванильная, или обычная шоколадка. Угу. Вот, тут я. Итак, дальше. Мармелад. Это не мишки, то есть. Это эльфы. Ты помнишь, как она бежала и там... Коллаборация троллей и мишек. Помню. Думаю, спасибо. Ну-ка, вот это первые ягоды. Думаешь, вкусные? Я тоже буду знать. Дальше. Мармеладки мишки в какой-то штуке. Белой. Ананас. Зитроне, кимбири, апфел, оранж, эрби. Бали. Я не знаю, что это. Маска. Да, помогает. Еще одни мишки. Там что, в Германии только живые мишки есть? Ну просто посмотрите. Наверное. Что это? Интересно, какие там вафли. Кэчемакс комбинатион. Комбинейшн. Итак, дальше. Короче, фруктовая. Банан, малина, вишня, персик, яблоко, мандарин и все. Далее. Я ничего там не вижу. О, еще одна маска. Да, класс. Малина. А это? Опять боли какой-то. Что это, что? Я случайно потим прочитала, думаю, это зелье. Это лосьон. Лосьон. Что?
Кстати, он, давай, слушай. Вишни! О, на вишни кого-то. Вишни? О, я такие видела, настоящие против желейная еда, вот прямо такие вот. Прям жили. Такие! Кайф! Офигеть. Это что? Это что такое? Бали! А что, я понимаю? Алоэ вера будет. Бали. Буди гел. Гель для тела. Алоэ? Алоэ вера. Это круто. Это замечательно. Хорошо. Да, хорошо. Почему там все одинаковые фирмы? Ну это одна и та же фирма. Харибо, Бали, Бали. И лосьончик, на лосьончик, И тут даже Бали. Да. И лосьончик. И еще лосьончик. Блин, как я это обожаю. Итак. Бали. Бали. Да. Маска. Бали. Бали, я вроде. Да, Бали. Бали. Ладно. Еще одна такая. Кстати, вот тут кто-то очень красивая. Угу. Бали крем для рук. Хорошо. Только не говорите, что там опять хорошо. Так. Это липстик. Манхаттан. Помадки. Манхаттан. Манхэттен. И тоже Манхаттан. Круто. А. Давай, Дима, посмотрим, какой цвет. Посмотрим, какой цвет. Последний. Желейки. Сникерс. Нифига их много. Круто. Одна пачка сникерса, 18 грамм. Итак, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте много-много лайков. И подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока-пока.